Слушайте, давайте в поход отправимся. О, вы видели? Вы видели? Офигеть! Пластинка! О, деревня! Ха, ребята, с вами Супер Герчик, и сегодня мы поиграем в Майнкрафт. Как вы можете помнить, в прошлой серии мы сделали загончик для куриц, и я, честно говоря, особо не помню, что мы делали еще, кроме этого. Ну, давайте... Не знаю даже, что делать сейчас. Давайте для начала броню наденем, иначе это может быть опасным ходить без брони. Так, что мы можем сделать сейчас? Слушайте, давайте в поход отправимся. Хорошая идея, как по мне. Нам будет, я думаю, интересно. Ну, пока, дом. Давайте пошли куда-нибудь вот сюда. Кстати, лошади можно приручить. Ну, не, я что-то не хочу, честно говоря. Давайте дальше. Мы тут пару деревьев срубили. Честно говоря, вот этот биом похож на... Ого. Так вот, вот этот биом похож на биом из Сумеречного леса. Раньше такой мод был, я помню. Ну, как вам объяснить, кто не знает? Бесконечная листва, можно сказать так. А вот и море. И чё, зачем я это делаю? А, нет, выпадает. Что это такое? Какие-то водоросли, да? Я просто не в курсе новых версий. Это коралл, получается. И зачем нам нужен коралл? Ладно, пошли дальше. Опа! Кажется, мы что-то нашли. Можно сделать семена тыквы, можно ничего не делать. Круто. Лодочка, лодочка. А лодочки поплыли, главное не потеряться, честно говоря. Я сейчас не помню, куда идти. Ну, вроде бы назад, но... Кто его знает? Вот... Вдруг я сейчас в другую сторону плыву. Это что? Что это было? Это рыба-фуга? Что это было? Дельфины? Почему я отравился? Чё? Вот смотри, дельфин плавает. Он злой, да? И зачем я его убил? Валим, 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 валим. На гелике. Тростник. Хорошо. Тростник сейчас возьмем, и у нас будет расти... У нас, так сказать, в пригороде. При огороде. Тростник. Сахарный причем. Так, тут, по-моему, остров достаточно большой. Давай-ка мы тут сделаем какую-то отметку. Вот такую. Вот так. Эй, дурацкая отметка, честно говоря. Ну ладно. Сейчас будем смотреть, что на острове есть. Опа, еще тростник. О, железо. Прикольно. И в итоге сейчас в шахту спустимся, вместо того, чтобы путешествовать по островам. Почему я сразу в пещеру иду? Опа. Да блин. Это нам? Спасибо. Сила объединения. Это мое, спасибо. О, я нашел эти ягодки. Я знаю, что они существуют. Ягоду малинку, крутит головой, залетает в топ. Они броню портят? Наверное, да. И сладкие ягодки. Они вроде в лесном сосновом биоме бывают. Короче, крутые ягодки, мне нравятся они. Я не знаю, правда, как их растить можно. Понятно. Не понял. А. Я тебя слышал. Здорово. На. Что-то стрел у нас становится все больше и больше. Мне это нравится. А вот еды все меньше и меньше. Что не очень-то мне нравится. Все. Ой, это кто? А, это барашек. Да что ты меня мучишь-то? Да что у вас так много-то?
Ой-ой-ой. Дайте пройти, детки. Тут кое-кто есть. Кое-кто плохой. Ой-ой-ой. Я не знаю, сколько у него жизни. Ага. Все, понял. На 3 выстрела у них жизни. Пошли дальше. У меня уже хлеб кончился. Тыквы! Мои. Да! Блин, со всех сторон. Да как так? У меня еще и стрелы кончились. Вообще круто. Супер круто. Я обосрался. О, вы видели? Вы видели? Офигеть! Пластинка! Офигеть! Охренеть! Офигеть! У меня такое бывало, наверное, только один раз. А сейчас это второй раз. Ну или первый, я не знаю. Охренеть! Круто! Никогда последний раз пластинка выпадала по-настоящему. Офигеть! Я в восторге просто. О, поляна. Наверное, это, конечно, неправильно, что я все добываю абсолютно своим топором. И зачем мне эта поляна, я только не понимаю. Ну это, конечно, вообще круто. Так, 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 опа. А вот это мне понадобится. Вот так. Опа, еще и шкура. Ага, места нет. О, ведро воды обязательно надо брать. Как я его не взял? Типа вот так. О, паркур, паркур, паркур. Типа, я как Dream прямо по-настоящему крутой игрок. Куча шкуры. Так, бараны, шерсть. О, деревня! Круто! Есть! Вот что я, оказывается, искал. А я думаю, куда я иду? Зачем я куда-то иду? Все, торговля, торговаться будем с жителями. А здравствуй, о, зеливарка. Давай лезь сюда. Круто! Че, грабить будем? Может, а сюда переехать, я не знаю. У меня там дом, в принципе, но... Книга. Книга нам понадобится точно. А здесь что можно сделать? Камнерез. Все, что с камнями связано, можно тут переделать, да? Прикольно. Это что за звук? Кошка, кошка, иди сюда. Иди сюда, кошка, 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 кошка. Иди сюда. Иди сюда. Кошка. Так, ладно, давай с тобой поговорим. Так, теперь я отправлю тебе картошку. Ты мне изумруд. Слушай. У меня есть идейка небольшая. Вот так вот сделать. Согласен? Вот так. 2 изумруда. Можно купить карту за 7 изумрудов. Она явно дешевле стоит, чем 7 изумрудов. Моё. Здесь надо налаживать торговлю, я думаю. О, я не знал, что так быстро можно мотыгой. Чё он делает? Странные какие-то. Ой, я точку возрождения установил. Просто куча у нас вещей сейчас будет. Просто куча полная. У всех воруем хлеб. Они же не умрут, если у них хлеба не будет. Эх, жалко, кошку с собой взять нельзя. По идее, рыбу надо найти, да?
О, кустики сажать можно. Ой. Ну, иди сюда, кошечка. Убегает, а? Смотрит мне в глаза, убегает от меня. Иду по тропинке в голове, ля-ля-ля. О! Вижу тебя. Иди сюда, голем. На тебе, говядина. На этом деревня кончается, да? Вы где? Они где-то... Я их слышу. А, и ладно, проехали. Тем временем наступает вечер, а потом будет и ночь. Колоколь. Все ложатся спать. А мне где домик? Люди. Итак. Все, я здесь, в деревне, все. Что можно, обыскал. Я даже не знаю, что сейчас можно уже сделать мне. Пошли домой. Я думаю, нам стоит пойти домой. Сейчас вернемся быстренько. Ну как быстренько? Это, наверное, будет чуть подольше, чем я рассчитываю. Ну, посмотрим. Опа. Кстати, да. И смертельный номер. Видели, видели? А вот и лошадка. Ух, мэджик. А вот берег, а где наша лодка? Лодка. 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 Нормально, рыбу поймали. Я буду звать ее... Как мне ее назвать? Буду звать ее... Ведро. Ведро нам. Мы сможем найти в этой серии нашу лодку? Ну, вообще-то, я не думаю, что это возможно. Почему же? Ну, потому что ты даже найти не можешь свой дом. Понятно. Слушайте, давайте на самом деле новую лодку скрафтим. Нафиг нам эта лодка сдалась? О, повезло, повезло. Как раз все хватило, чтобы прокатиться. Интересно, мы это сейчас домой возвращаемся или еще хуже, теряемся? Черепаха! Мочи черепаху! Черепаха, мочи! Что это? Что с нее выпало? Трава? Нахер мне трава нужна? Мочи черепаху. Почему трава выпадает? Зачем мне трава нужна? Не, серьезно, объясните мне. Почему трава с черепахи падает? Как это объяснить? Люди, мы, по-моему, потерялись. Я чуть боюсь. Мы вообще где? Давайте вдоль берега. Вот, по идее, где-то здесь должна быть лодка моя. Ага, ага. А ты, блин, рыбка, говорила, что мы не найдем. Нашли же мы. Вот наш столб. Вот, рыбка, долго мы будем плыть или нет? Ну, наверное, долго. Давай проверим. Что это? Что это? А, это портал разрушенный. Нифига. Упавший, да, типа? Можно восстановить. Слушай. А, я посрался. Так и сделаем, наверное. Давай. Рыбка, давай, помогай. А, ловись. Ловись. Почему? Рыбка. Рыбка, ты куда в море уплыла? Все. Не, мне лень. О, сундук! Сундук, сундук. О-о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 
Давай, поплыли, я сказал. У нас сейчас мотыга есть на прочность. Слушай, может, мы уже приплыли? Я просто тут плыву и думаю, что мы не приплыли. Так, давай-ка мы здесь причалим и побежим.
Это что это было сейчас? Магия. Подожди, где мы сейчас находимся? Что это за место? Пацаны, я походу заблудился. Мы по идее уже приплыть должны были. Все это из-за ведра, который... Подожди, ведра это мальчик или девочка? Все... Ну короче, все это из-за него. Он сказал то, что мы будем долго плыть. Все, мы приплыть должны были уже. Ага, убежать думала, да, ведро? Ну, я только хотела уйти отсюда. Из ведра, блин. Ведро бежит из ведра. Без регистрации и СМС. Да куда ты, рыба, сбежала, а? Ведро, блин, поганое. Фу. Да? Блин. По-моему, мне надо идти вот... Вот туда. Получается, нам надо очень долго идти в эту сторону. Я промахнулся и... Не попал к себе домой, блин. Достали скелеты. Да, блин, рыба, а? Ведро поганое. О, все, поймал. И вот мы, собственно, почти... Пришли. Ну да, долго мы приходили сюда. Кустик, сажайся. Что мы еще принесли? Тростник, точно. Сейчас тростника будет. Мне за эту разработку премию дадут. Ни хрена я добыл. Сколько всего? А слушайте, а давайте два арбалета. Вы, наверное, подумали, зачем мне два арбалета? А как вам такое, Илон Маск? Грави. Срочно нам нужна лопата. Будем копать грави. Алмаз не жалко, давай делаем пластиночный аппарат. Будем копать грави, чтобы получить кремень. Наступила ночь. Вот в чем секрет, я вам сейчас покажу. Короче, вот так заряжаем оба и производим один глупый выстрел. Я думаю, что хорошо мы поиграли. Я вам показал мою хитрость. Очень долгое приключение было для меня. Не знаю, как для вас это будет. Мы выбили пластинку. Вообще круто. Ну, а те, кто еще не видел, советую вам смотреть мои прошлые видео. Там тоже у меня много интересного происходило. Так, и еще я хотел сделать пару вещей. Это, правильно, бумага. И давай. Ага, вот так, наверное. Симпник. А сколько там нужно, чтобы сделать? Сейчас посмотрим. Так, наверное. Или нет? Сейчас посмотрим. Вот так, наверное, надо, да? Мы можем сделать две книжные полки, но нам это не надо. Мы сделаем кое-что другое, только в следующей серии. Так. Я, наверное, броню сниму, чтобы попрощаться с вами. Нет, места нет, как всегда. Как всегда.